Редж, ты бы только видел. Дес весь город раскурочил. И люди ходят какие-то все пришибленные и испуганные. Это называется военное положение. Чтобы контролировать город, нужно сломить его жителей. Это точно, они как армия оккупантов. Ты только не кричи на всю улицу. Боже, сколько же в этом городе дезовцев? Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь? И пусть сразу сдаются. Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав.
Это поможет. Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Десс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Шикарно получится. А ну-ка, поберегись! Неплохо, да? Хотите еще разок? У меня шестеро детей.
вкуснятина. Щекотно.
Ну-ка быстро, провалим! Thank you.
Вставила. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и мост... Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. Почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10 часов. Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. У меня хорошее предчувствие. Пассивное курение вредит здоровью. Ваши деньги,
Отсоси! Что говорят про пассивное курение?
Лови! Нужно срочно бежать к дымоходу. Вот так! Сумка не найдется.
даже симпатичный. Вштырила.
получается. Бежим!
Вкусняшка. Thank you.
кто шьет ему одежду? Животное!